Вот это маленькое создание кушает 6-7 раз в день. Одна чайная ложечка насекомых, и малыш сыт. На первый взгляд это кажется совсем немного, но когда голодных ртов 8, то объем пищи требуется немалый. К тому же каждого птенца приходится кормить вручную. От 80 до 120 насекомых в день, в зависимости от размера насекомого, такой стриженок должен получать. Недокорм однозначно скажется на здоровье этого птенца. Он будет либо рахитичным, либо будут дефекты пера. Оксана, как никто, знает, насколько важно знать все тонкости содержания маленьких стрижей, ибо даже разовое неправильное кормление может нанести непоправимый вред птице. Птенец, которого пытались выкормить, значит, всякими суррогатами, детскими пюрешами, дефект какой опахало развивается. Да, малыш? Вот покажу перо. Вот разворачиваю, осторожно. Посмотрите, видите? Недоразвитие опахала, перетяжки. Обычно после попадания в руки волонтера малыша требуется 3-4 недели докармливать. И здесь крайне важно обеспечить птенцам разнообразное питание именно живыми насекомыми. Помимо этого требуются постоянные профилактические процедуры и строжайшее соблюдение гигиены. Открываем порцию насекомых. Исключительно насекомоят, никакими суррогатами, никакими мешанками. Вот никакими яичными желтками, абсолютно ничем. Можно, конечно, природным кормом кормить. Именно из-за незнания элементарных правил по уходу за птенцами стрижей возникает большинство проблем с их здоровьем. Как спасти стрижа? Просто стоит набрать эту информацию, и абсолютно грамотные советы круглосуточно дают стрижеспасы. Стрижи обычно гнездятся под крышами, на фасадах домов, в тихих закутках, укромных расщелинах. В ходе ремонта птицы лишаются уютного дома, и их птенцы остаются брошенными. Без родителей чаще всего остаются так называемые пуховички, малыши, у которых еще практически не сформировалось основное перо. При лучшем исходе событий они попадают в руки волонтеров. Но проблема в том, что в нашем городе таких добровольцев практически нет. Не каждый согласится потратить лето на выкармливание птенцов. Да и сложно это дело. Но без помощи людей многие стрижата погибнут. Проблема ремонта балконов, демонтажа старых окон в летний период, вот это заканчивается обязательно вот гибелью птенцов. Если можно отсрочить ремонт зданий, если можно демонтаж старых окон балконов отложить, значит, это нужно сделать. Если вы запланировали проведение ремонтных работ на крыше или фасаде здания на лето, то чтобы избежать гнездования стрижей на этом участке, нужно плотно закрыть все щели еще в апреле. Да и вообще, крыша человеческого дома – это не лучшее место для стрижей, но от безысходности птицам приходится строить там гнезда. И это чревато последствиям. Например, в этом году стрижам пришлось особенно тяжело из-за жары. Кровля накалялась, и малютки выпрыгивали из домиков, чтобы не сжариться. В итоге треть первой кладки погибла. Вторую кладку они где-то делают во второй половине июля, вот, а в августе в начале они уже отлетают в Африку. То есть, если они не успели докормить своего второго птенца, в смысле, не успели докормить, они его просто оставляют. Маленькая неуклюжая птица на земле сказочно виртуозна в воздухе и очень беззащитна на гнездовье. И в наших силах помочь черному стрижу. Главное обратить внимание на три момента. Закрыть доступ птицам на кровлю, если планируется ремонт, строить специальные домики для них на месте их бывшего гнезда, и грамотно подходить к выкармливанию птенцов, выпавших из гнезда. Тогда популяция черного стрижа, важная ступень в экосистеме, не пропадет.